20 сентября, Луковый день, народный календарь. Святого в народе почитали, как покровителя иконописцев и вообще живописцев. В Луковый день устраивали луковые базары, хотя торговля луком не считалась прибыльной. По луку судили о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы. В народе лук пользовался большим уважением, как крайне полезное растение. В это время повсеместно шла уборка репчатого лука. Девушки на луку заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку для дальнейшего хранения. В этот день из лука готовили разнообразные блюда.